технопарке «Лидер» в Люберцах запустили новое производство высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования. Завод открыли в торжественной обстановке, а для гостей мероприятия провели экскурсию по производственному блоку. Все, полетели. Ура! 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 Полетели в мир инновационного медицинского оборудования, передовых возможностей и сверхтехнологичного будущего в области здравоохранения. Сегодня все это стало возможным на новой производственной площадке компании General Electric Healthcare в Малаховке. Мы подписали соглашение с Московской областью, и благодаря этому у нас есть очень существенные налоговые льготы на этот объект. Дальше мы вот здесь в чистом поле построили все коммуникации, все. И потом сейчас получаем возврат. Эти инвестиции. Это огромная поддержка. Еще раз огромное спасибо вам. Я когда рассказываю это своим коллегам, бизнесменам, мне не верят. И я бы, может быть, и сам не поверил, если бы не был участником этого процесса. В это действительно трудно поверить. На 17 тысячах квадратных метров развернулось масштабное производство инновационного медицинского оборудования. Уникальный компьютерный томограф, ультразвуковые сканеры и системы, не имеющие аналогов в России. Производственная мощность предприятия 600 единиц в год. В день здесь делают 2-3 аппарата УЗИ. Для изготовления одного томографа нужно в среднем трое суток. Компания поставляет инновационное медицинское оборудование по всей России. А конкретно этот компьютерный томограф уедет в Воскресенскую районную больницу уже до конца этого года. Каждый аппарат изготавливается под определенного заказчика, а следовательно, точно отвечает всем его требованиям. За время существования нового производства, а фактически оно открылось в сентябре, компания поставила в медицинские учреждения более 20 томографов и 100 ультразвуковых сканеров. Сегодня оценить площадку приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для него провели персональную экскурсию по производству. Чистое, высокотехнологичное производство, без шума, без пыли, без грязи. Молодые, современные ребята работают. Очень сложная работа, потому что сборка каждого такого аппарата это требует высоких знаний. Сегодня детали для этих аппаратов поставляют США, Израиль, Австрия, Япония и другие страны. Однако в ближайших планах компании подключить к этому и российских производителей, чтобы процесс создания инновационных томографов и ультразвуковых систем полностью от производства деталей до сборки аппарата стал отечественным. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.